Всем привет! С вами Петр Сальников, и вы смотрите ежедневные новости на GMBox.ru, в которых мы рассказываем вам о главном. Технология Oculus Rift обрастает все более впечатляющими подробностями и трейлерами, их иллюстрирующими. Вчера, например, все мы впечатлялись трейлером игры The Forest. Ну а сегодня вот. Уже известно, что на прошедшей BlizzCon было анонсировано новое дополнение для World of Warcraft – Warlords of Draenor. Сегодня стало известно, что следующее за ним дополнение уже находится в работе. В интервью порталу Polygon президент компании Blizzard Марк Морхейм сказал, что процессы идут параллельно. Мол, прежде компания таким никогда не занималась и всегда была сфокусирована на одной задаче, но теперь в команду, занимающуюся World of Warcraft, активно вкладываются деньги, и она будет производить как минимум в два раза больше контента, чем раньше. За последние 8 лет к World of Warcraft вышло лишь 4 дополнения, а при нынешних темпах развития бизнеса это не дело. В Blizzard это понимают и прикладывают усилия к тому, чтобы ускориться и с помощью более оперативного выпуска аддонов удержать старых игроков и заинтересовать тех, кто возвращается в мир Варкрафта после долгих перерывов. Напомним, что после выхода дополнения Mists of Pandaria количество подписчиков резко сократилось, их число упало до 7,7 миллионов игроков. Вообще-то я такие новости не очень люблю, но при чем тут я? В пятницу выйдет первое видео сюжетного дополнения для The Last of Us. Презентация долгожданного дополнения к одной из лучших, по мнению многих, игр текущего года состоится в рамках американского старта PlayStation 4. В дополнении будет представлен новый герой и новый сюжет, тесно связанный с оригинальной историей исходной игры. Выход DLC запланирован на конец этого, начала следующего года. Думаю, на презентации дату все-таки объявят. Напомню, что это одно из трех обещанных дополнений для The Last of Us. Остальные два будут направлены на улучшение и расширение многопользовательских функций игры. И ваша любимая рубрика «Все по 10, подходи!» Fable 3 за 100 рублей в Стиме. Бегом, бегом, бегом. Завтра уже будет полная стоимость. Но и обратите внимание, что тактический боевик XCOM Enemy Within, который выйдет в эту пятницу, сейчас стоит чуть дешевле. Сделайте предварительный заказ, если вам понравился оригинал. Дополнение очень хорошее. Скоро рецензия. Сегодня вечером не пропустите трансляцию шутера Dust 514 и глобального дополнения к этой игре Uprising. Если смотрите нас на YouTube, ставьте лайк, шер, ретвит, что вы там любите ставить и делать. У меня на этом все. Пока.